Всем привет, народ! С вами по-прежнему Бабай, и мы по-прежнему проходим игру Control. Сегодня у нас в планах исследовать новый предмет силы, рентген лайтбокс. И если видео не сильно затянется, то попытаемся еще и поискать брата главной героини. Так что погнали! Так, нам надо в отдел исследования. Так что бежим к лифту. Только недавно мы с него выбрались, и теперь опять же сюда. Хорошо, значит, нам надо через отдел парапсихологии, скорее всего, через него, добраться вон в ту точку. Ладно, посмотрим. Пока что бежим вперед, а там разберемся. Кстати, новая пушка. Заодно и потестируем, как она работает. Там что-то про масштабирование, но я вот не... Ух ты. Ну, бьет она достаточно сильно, насколько я понимаю. Но ее надо заряжать. Да, ее надо заряжать сначала. И потом стрелять. Так, откуда у нас стреляют? Чувак, уйди, уйди по-хорошему. Где ты? Бух. Эта пушка хороша на боссах или каких-то жирных типах. Вот тогда она прям, думаю, будет хорошо работать. А вот по мобам, ну, такое себе. Но пока что ради квестов придется побегать с ней. Так, я видел там красные точки, которые надо было уничтожить. Скорее всего, они закрывают какой-то проход. Но, кстати, пушкой очень сложно управлять. Так. Так, еще и перезарядка есть. Ну да, бьет она прям мощно. И надо хорошо стрелять, прям попадать ею. Если не попадаешь, все очень плохо получается. Пока что уже привычной нам хваткой постреляем. Она тоже отлично работает даже сейчас. Самая стандартная пушка, по факту, самая лучшая в игре. Да, получи, урод. И... Так, надо пособирать хпшечку. Так, что-то ракета полетела в меня. Кстати, тут какие-то жирные прям типы. На самом деле, как я вижу. Офигеть, тут уже прям... Армию вообще не хилуют, какую на меня шлют. Прям вообще так нормально. Тут уже нестандартные типочки. Это при том, что их теперь еще и охренеть как до хрена. Жопа, жопа, жопа. Блин, их там очень много. Большинство из них еще и пипец какие жирные. Прям потно сейчас. Прям потненько. Так, надо как-то понемногу их вылавливать, но блин. Вот попробуй по одному их поймай. Если они еще и хилятся, ублюдки. Так, хорошо. Надо быстренько собрать хотя бы чуть-чуть хпшечки. Ай-яй-яй, беда, 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 беда.
Надо прям быстренько-быстренько двигаться и собирать хпшку, иначе мы тут очень быстро откинем коньки. Так. Ай-яй-яй, больно. Блин, на такой писечке тут убегаю от них, что прям жесть. Буквально чуть-чуть где-то сверну сейчас не туда, и все. Вот там вся хипашечка есть. Надо быстренько пробежаться, пособирать. Хорошо. Вот эту херню надо уничтожить. Пока мне никто не мешает. Быстро. Ух, больно. Я ее уничтожил или нет? Ай-яй-яй. Хпшка. Хорошо. Блин, прям что-то совсем потно. Бьют очень больно. Да ёлки-палки. Я не успеваю собирать хпшку, как получаю прям очень больные плюхи от них. Хорошо, хоть уничтожил ту штуку, которая их хилила. Теперь, по крайней мере, урон, который я им вношу, он не впустую уходит. Пипец, жирные ублюдки, конечно. Так, сделаем еще один круг. Так, вроде бы почти всех убил. Только те два ублюдка остались. Но, возможно, я еще кого-то не заметил. Давай. Там чуть-чуть осталось. Хорошо. Еще. Да ладно. Да сколько? Сколько можно, вашу ж мать. Там еще один тип прям пипец жирный. 5 уровня моба. Охренеть. Мне кажется, я как-то пропустил мобов 4 уровня. А то они были все прям 3 всегда. А тут сходу 5. Кстати, как вот эту штуку достать? Заметил там наверху минералы. Как будто бы раньше их там не было. Ну ладно. Хорошо, умер с одной плюхи, отлично. Так, вот тут можно похиляться чуток. Надо найти ту штуку, которая их лечит в первую очередь. Вот она, кстати. И она, кстати, 5 уровня. Этот шар. Что тоже неприятно. Куда он свалил? Блин, буквально одна тычка осталась в него. Вот он, хорошо. Да блин, еще, серьезно? Сколько можно? Да не, по чувакам со щитом стрелять просто из пушки — это не вариант. Надо сначала как минимум кидать в них чем-то. Но пока что вроде файт нормально проходит. Они сильные, но я держусь. Пока что даже фулл хп есть, так что все хорошо. Стартовый натиск отбил. И теперь как-то попроще. Ух. Так. Вот это. Тихо. Хорошо увернулся. Вот эту штуку еще надо уничтожить. А, от второго выстрела не увернулся. Вот это неприятно, ай-яй-яй. Ой-ой-ой. Не, только не умирай, блин, сейчас. Вот прям совсем не хочу умирать. Так, хорошо. Файт
идет. И сейчас умереть прям... прям очень неприятно будет. Ах, больно, блин, да пипец. Одна ракета. Обидно, обидно. Одна ракета сносит больше половины хпшки, пипец. Так, хорош, вполне возможно, мне надо вот сюда наверх. Так что я пойду посмотрю здесь. Лаборатория гипноза. Офис Дарлинга. Блин, а я, кстати, здесь еще и не был даже. Где-то видосик запустился. Серьезно? Ну, я понял, хорошо. Значит, этот видосик мы не посмотрим. Ну или посмотрим потом в медиафайлах, если я не забуду. Извините, но я немножечко дурак и перевернул проектор. Что это за штучка? Ясно. Так, папочки, папочки. Это все нужно. Ах, как красиво все попадало. Много-много всяких файликов здесь нашел. Ну, все, больше тут ничего нет. Отдел пространственных исследований. Ну, это, конечно, хорошо, но мне как бы... Но мне, наверное, не сюда надо было идти. Офигеть, там такой большой кусок карты еще открылся. Охренеть. Лабиринт пепельницы. Ладно, короче, сюда я пойду чуть позже. Мне просто сейчас надо не сюда. Сюда я чуть позже пойду, но там прям огромный кусок карты открылся. Да не пищи ты. Серьезно, где еще ублюдки появились? Почему каждый раз, куда ни зайди, куда ни выйди, вот какие-то уроды появляются. Ух, как он быстренько рассыпался. Квестики выполняются, это хорошо. Но неприятно то, что я уже не знаю, какой раз провалил квест убить 50 лисов без смертей. Каждый раз на какой-то там 35-м убийстве, на 40-м убийстве я умираю. Лох. Тут даже больше нечего сказать. Охренеть, какие они все жирные, жопа просто. Так, я, пожалуй, возьму другую пушку. Вот я взял другую пушку, а вот тот чувак почему-то пропал. Так, по идее, я на правильном пути, раз там появляются ИИСы. Так, я тут могу папочку взять.
Но сначала надо вот с этими уродами разобраться. Бух. Ага. Ты еще попробуй попади с этой херни. Умри, хорошо. Да че ж мы все такие хитрожопые, блин? Прячутся все. Никто не хочет просто выйти и умереть. Больно, больно. Да, еще один такой же. Охренеть. Я уже прям боюсь проходить дальше, потому что я не знаю, чего ожидать от игры. Каких еще одна ублюдка мне преподнесет. Так, вот, кстати, на него вот эта пушка может хорошо зайти. Получай. Бух. Бух. Хорошо. Так, возьму папочку. Ах ты ж хитрожопый уродец. Иди сюда. Получи. Хорошо. Кемпер галимый, блин. Хотел сидеть и втихаря настреливать по мне. Не получится. Не получится. Не в этот раз. Так, здесь я уже был. А вот и лаборатория гипноза. Она в прошлый раз была закрыта. Ну, либо у меня еще не было к ней доступа. Another object of power? They're just standing there, mesmerized by it. Окей. Я могу просто подойти и изучить его. Так, тут заперто, и я не могу открыть. Наверное, должен быть какой-то другой вход. Персональный мод, усиленная защита. Это хорошо. Хм. Как-то здесь, возможно, можно пройти. Возможно, можно. А возможно, и не получится. Так. Что я должен сделать? Я не понимаю, какую картинку я должен выстроить. Мне нужно понять. Ага. Наверное, вот эта картинка, которая вот... Вот там вверху есть. Это убрать. Вот так. Вот так. Хорошо, получилось. Отлично. Теперь, по идее, должны открыться... Да, вот эти двери. Хорошо. Так, аудиозапись. Disability, personal injury, corporeal entangling, cognitive collapse, loss of ego, and partial to full dementia. Yeah. I am. And you acknowledge that your use of the astral conduit, aka the X-ray light box, is purely voluntary.
Yes, I do. Perfect. Your suit is good? Okay, you're all set. Open the door for Mr. Warren, please. Блин, почему нет продолжений? Мне прям интересно было, что с ним случилось после этого. Окей. Использовать захват для завершения испытания в астральном измерении. Как мне использовать захват? Куда мне идти? Так, сюда, хорошо. Золотой экземпляр, неигровой персонаж, вариация. Золотые враги не восприимчивы к атакам Джесси, найдите другой способ справиться с подобными врагами. Ну, как бы, окей, это я знаю, что они... невосприимчивый, но врагов с низким уровнем здоровья можно захватывать. Это, конечно, круто, но если они невосприимчивы к урону, то как мне опустить их уровень здоровья? Ладно, попытаемся еще раз. Может, все же получится как-то снять ему хп? Не получится. Обознался. Вот тут был чувак, которого я действительно... Да вот получается же хпшку снимать. Ну. Блин, я его убил. Мне надо было захват сделать. Хорошо, но как мне сделать? Хорошо, вот. Отлично. А, и теперь он должен... Да. Слушайте, если они не восприимчивы к моему урону, это что значит, типа, что... Они могут и через мой щит пробивать, или как? Как это работает? Какого хера? Блин, так засвечено все, пипец. Так, хорошо, захватил. Он убьет его. Хорошо, второй. Захватил. Ну, это слишком сложная в реализации механика. И навряд ли ею получится, ну, хорошо и продуктивно пользоваться. Но штука крутая. И я думаю... то на этом можно закончить серию. Brains were fried when I took over the object. А, из-за того, что я забрал предмет силы, они все умерли, да? Неприятно получилось, неприятно. Ладно, друзья, как и обещал, делаю серию покороче, вы сами этого просили. Так что спасибо за просмотр, лайки, подписки, комментарии пишите. И увидимся завтра. Всем пока.